Казалось бы, нарезать помидоры, сыр, листья салата – банальная задача. Если одни учатся этому в детстве за считанные минуты, то другим приходится раз за разом повторять одно и то же действие, чтобы запомнить, как приготовить для себя элементарный салат. Ребята из общественной организации инвалидов «Солнечный круг» вместе с родителями учатся жить и быть самостоятельными. Курсы кулинарного мастерства проходят с января. Настала пора сдавать промежуточные экзамены и продемонстрировать, чему научились. Мальчики и девочки аккуратно измельчают овощи, складывают в посуду, заправляют соусом. Затем, чтобы цезарь получился поистине ресторанного уровня, внимательно следят волонтеры. Они смотрят, чтобы дети не поранились, помогают, если что-то не получается. Старшие знают, как правильно обращаться с особенными детьми. Они порой имеют ограничения как в движении, так и в какой-то такой психической сфере. То есть они могут капризничать, могут не слушаться, и поэтому за ними нужен постоянный контроль при работе с ножом, при работе с острыми какими-либо предметами. И поэтому вот именно этому обучали на теоретическом занятии. Научить готовить себе пищу детей с ограниченными возможностями непросто, но вполне реально. Требуется больше времени, внимания и усилий. Начинают с азов, холодных блюд и бутербродов. Вскоре ребята научатся готовить более сложное блюдо – горячие супы и каши. Сегодняшнее мероприятие отражает доступность среды для детей с инвалидностью. Мне хотелось бы это отметить отдельно. Ведь доступная среда – это не только пандусы и удобные подъезды, а это также и отношение к особому человеку. И вот в ресторане «Базар» мы отличное отношение к нам видим. После утомительного кулинарного вечера ребята получили заслуженную награду. На ужин – превосходный цезарь и фруктовый десерт. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.